Три режима работы. 31 тысяча вибраций в минуту. Американские щетинки DuPont умеренной твердости. Полная водозащита IPX7. 25 дней работы на одном заряде. Сигнализатор через каждые 30 секунд для смены области чистки. И автовыключение через 2 минуты. 10 тысяч заказов и 93% 5 звезд. И все это от звуковой зубной электрощетки от Xiaomi. Сука CX3, которая однозначно стоит своих денег и твоего внимания. Поехали! Приехала щетка вот в такой упаковке. Лицевая сторона вся на китайском языке. Сверху надпись Xiaomi Youpin, электрическая зубная щетка и надпись основных характеристик. Глубокая чистка, 3 режима чистки, беспроводная зарядка, DuPont щетинки, напоминание о смене зоны и гель для тела. Конечно же, не гель для тела, скорее всего, это водозащита. Свой вариант перевода пиши в комментарии. Задняя часть упаковки также вся на китайском языке. Давайте доставать нашу щетку, хоть это сделать не так и легко. Выглядит прикольно. Корпус из матового пластика. В руке лежит хорошо. Сзади находится выступ, чтобы щетка стояла на месте. Щетинки сделаны по американской технологии DuPont умеренной жесткости. По краям заокруглены, для лучшей чистки дальних зон. Сама щетка немного меньше от обычной щетки. Головка щетки прорезинена, что очень важно. При включении щетка сильно вибрирует, и если бы щетка была пластиковая, то при попадании на зуб было бы очень неприятно. А так с прорезиненной головкой неприятных ощущений нет. Сами щетки сменные, держатся крепко. Сразу же заказал себе дополнительные две щетки. Их, как и обычные мануальные щетки, рекомендуется менять каждые 3 месяца. На корпусе находится единственная кнопка включения и выключения, она же переключатель режимов чистки, а их здесь 3. Первый режим самый сильный, 31 тысяча вибраций в минуту. Второй мягкий режим, 27 тысяч вибраций. И третий режим массажа, который чередует вибрации. В комплекте также идет беспроводная зарядка, которую можно подключить к любому зарядному устройству. Будь то зарядник от смартфона, USB ноутбука или powerbank, что очень круто. При помещении щетки на станцию загорается индикатор заряда, хотя заряжать вы будете ее не часто, одного заряда хватает вам на 25 дней, если вы будете чистить зубы 2 раза в день, по 2 минуты. Когда нужно будет зарядить щетку, индикатор будет гореть красным. Электрощетка очень легкая, весит всего 50 грамм, к тому же она полностью водозащищенная. Можно спокойно мыть под водой и не бояться. Доступны два цвета щетки, синяя и розовая. Ссылка на эту щетку оставлю в описании. Стоматологи рекомендуют чистить зубы на протяжении 2 минут. Электрощетка через каждые 30 секунд приостанавливается на 1 секунду, чтобы мы сменили зону чистки зубов и через 2 минуты автоматически выключается. К тому же она запоминает последний режим чистки. И при повторном включении будет включаться ваш любимый режим. Покупал эту электрощетку для себя. У жены электрощетка Braun Oral-B Vitality, роторного типа. Это же звуковая электрощетка. Не путайте эти два типа электрощеток. У электрощеток роторного типа головка ходит со стороны в сторону. Звуковая электрощетка не имеет движущихся частей. Двигатель приводит в действие генератор высоких частот, который вырабатывает звуковые волны высокой частоты и вызывает вибрацию щетинок. По сути, за 1 минуту такая щетка делает больше движений, чем вы сделаете за несколько недель пользования обычной щеткой. Зубы очищаются комплексно, как за счет контакта щетинок с эмалью, так и за счет воздействия высокочастотных колебаний на зубной налет. Какая же электрощетка лучше, роторная или звуковая? И та, и другая чистит хорошо зубы, но мне больше понравилась звуковая, и вот почему. Она гораздо тише, чем роторная. Есть 3 режима работы. К тому же она удобная и небольшая. Легко маневрировать и чистить зубы. Да и стоматологи все в один говорят, что звуковые щетки гораздо лучше, чем роторные. Что еще мне понравилось, это цена запасных щеток. У Сука CX3 щетки не такие дорогие. Заказать можно спокойно на Али. Пользуюсь этой щеткой уже вторую неделю. Чистить зубы отлично. Зубы стали белее.
и десна после нее не болят. Подойдет и для ребенка, и для взрослого. Когда я первый раз попробовал эту электрощетку, для меня первый режим был очень мощным. Первых несколько дней я чистил в мягком режиме и режиме массажа. Позже привык к максимальной мощности и чищу уже на максималке. Мощности вполне хватает. У кого пломбы или импланты, этой щеткой также можно пользоваться. Отличный вариант цена-качество. Рекомендую к покупке. Пиши, что еще купить для обзора. Буду благодарен за лайк, любой комментарий и подписку на мой канал. А также смотри и другие мои видео. Я уверен, что ты найдешь для себя, что посмотреть. Впереди много чего интересного. До скорой встречи, друзья. Пока!